Привет, это портал MyMod, Дмитрий Федот. Сегодня мы на выставке Мото Весна 2018 в спорткомплексе Олимпийском. И забегая вперед немножко, я вам скажу, что это лучшая выставка за последние много-много лет. И сейчас мы вам про нее расскажем. Начнем со стенда BMW. Здесь у нас G310 GS, мотик, его очень сильно ждали, но видели мы его еще на модной зиме. Мотоцикл, я не скажу, что прям уже супер сенсация, но он для очень многих интересен. Это такой доступный тоже эндуро маленький, цилиндровый, и на него посмотреть интересно стоит. Дальше идут XR, QC, это все мы уже видели, это все не так интересно. А вот, собственно, главная премьера выставки, новое семейство двухцилиндровых мотоциклов F750 и F750GS. Раньше они назывались F800 и F700, соответственно, но сейчас мы, собственно, тоже до абсолютно новых моделей, новая рама, новый маятник, абсолютно новый мотор. Если обратите внимание, цепь переехала с правой стороны налево, бигшифтер, мотор больше не ротекс, моторы теперь здесь китайские, вот, и мотики сделаны очень и очень круто, именно так должен выглядеть мотоцикл в 21 веке. Он, если вы обратите внимание, немножко смахивает на Африку, и, собственно, его делают с прицелом, по крайней мере, 850. Я думаю, что будет очень жесткая борьба именно между этими двумя мотоциклами, а там еще КТМ со своим адвенчером, и сегмент будет очень-очень интересный. Я хотел бы представить руководителя направления продаж и маркетинга по мотоциклам BMW Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, господина Димитриса Раптиса. Good morning from my side. I'm happy to be here. My name is Dimitris Raptis, and I'd like to welcome you for being here, ladies and gentlemen. So warm welcome to our booth here in the Moto Festival. The Russian market is very important for the region. It's more close to the European market. BMW Motorrad stands for innovation, quality, but also our main purpose is to offer to our customers joy, the joy of motorcycle riding. But I don't want to take up more of your time. I think we should go ahead with our new models in the middle class, our middle class GSs. Сейчас находимся около мотоцикла под названием Двидо. Это кастом, он электрический, и, друзья мои, вы можете посмотреть на этот дизайн. Ничего подобного, ничего вот на таком уровне качества, на таком уровне крутости и технологичности в русском кастомайзинге еще не делали. Это просто огромный шаг вперед, это настоящая революция. И, друзья мои, выглядит он космически, он на пневме на какой-то, он поднимается. Он реально, я не знаю, насколько он прям ездит, но он катится, у него крутится руль. И это просто космос. Вот, единственное, что он с электрическим мотором. И я вообще очень скептически отношусь к электрической технике. Я свято уверен, что единственный человек, который хорошо смотрелся за рулем электрического транспорта, был Стивен Хокинг, но... Черт возьми, здесь электрический двигатель вполне себе уместен, и это безумно круто. Итак, мы на стенде КТМ, австрийские внедорожные мотоциклы, вот и дорожные мотоциклы. Новые Дюки, новые 390, 250-ка, ТО, оба... Тест этих мотоциклов вы можете у нас на канале найти. Большой адвенчер мы обязательно катнем. Маленького адвенчера я у них не наблюдаю. Но мы его тоже катали, и можете его у нас на канале найти. С нами Иван, представитель компании КТМ. Сейчас он нам расскажет, что же самое интересное можем мы здесь увидеть. Иван.
приветствую всех. Сегодня мы привезли сюда хорошие проверенные модели наши, самые популярные. Это Duke 390, 1290 Adventure, Super Adventure R, Super Duke. Да, действительно, мы в ожидании новинки 790-го Дюка. Но сегодня мы здесь показываем в основном то, что можно приобрести к тем мотоциклам, которые были куплены. Дополнительные аксессуары. Очень качественная рыжатина, то есть это называется... Анодированные оранжевые, да, крышечки. Будут очень красивые зеркала, это чуть позже. Сумки на хвост, сумки на бак. На Adventure старые проверенные вот эти вот кофры. И последний вопрос, нескромный такой. Мы все-таки увидим 390 Adventure когда-нибудь? Разработки ведутся. Давно уже. Вот. Мы его ждем. Мы на самом деле, скорее всего, будем смотреть на опыт и количество продаж BMW G310GS, да, mm-hmm. потому что модель уже вышла. Мы посмотрим на это все дело. Я думаю, что это перспективно. На данный момент вот этот вот сегмент, он очень быстро развивается в Европе, и лучше немножко конкурентам дать вперед, выждать, учесть ошибки на рынке, ошибки в проектировании, и уже выкатить нормальную, отличную версию со своими достоинствами и, скажем так, исключить все недостатки. Я понял. Поэтому мы долго запрягаем, но очень быстро едем, и хорошие продажи. Именно из-за этого. Понял. Спасибо. Вам спасибо. На голову мне, чтобы сразу было видно, кто идет. А итак, мы на стенде компании Bajaj, директор компании Александр Алексеев. Я вижу уже черный Доминар. Спустя пару месяцев мы ожидаем нового Доминар с увеличенной мощностью, вилкой, перевертышем, обновленный Avenger. Ближе к концу года, наверное, Adventure Sport 400 кубов, Rambler. Традиционно обновляем дизайн оставшихся моделей. Давай, выходи. Сейчас находимся на стенде департамента транспорта. Это, я напомню, та самая структура, которая является сегодня главными друзьями мотоциклистов, которая выгоняет автомобилистов из города, всячески над ними издевается, делает так, чтобы мы с вами на моциках могли спокойно гонять по центру. Значит, тут на выставке порядка 10 девушек в репродуктивном возрасте, которых нам нужно найти и задать им несколько вопросов. Когда мы получим правильный ответ, мы все везде проставим галочки, и потом мы вернемся туда же, и нас запишут в число тех, чьи имена будут вытаскивать из барабана, так же, как мы вытаскивали, когда разыгрывали питбайк. Итак, девушка, первый вопрос. А не нужен ли вашей маме зять? Шутка. Давайте, я, короче, готов. Так, ну, допустим. Мне никогда не везло с билетами. Как называются специальные шины для дрэг-рейсинга? Я думаю, что с**ки. А вы все знаете или вы просто угораете и ставите буковки? Я просто, ну, мало ли. Я могу догадаться, там один вопрос. А, я понял. Ладно, спасибо, мы пошли дальше, к вам еще, может, вернемся. Но это не точно. Стенд компании Kawasaki. И сейчас нам Максим из Kawasaki расскажет, что же у них появилось нового. Но прежде всего, в этом году Kawasaki на российском рынке презентует новую модель Z900RS, сделанную по мотивам олдскульного мотоцикла Z1 начала 70-х годов. Это полностью переработанная модель, как стилистически, так и идеологически. Он соединяет в себе как черты старой школы, так и возможности современных технологий в плане мощности, в плане преемистости, в плане разгона, ну и вообще удовольствия от езды. Также из новинок этого года мы представляем модель Jetski SXR. Это гидроцикл с 4-тактным 1,5-литровым мотором, доработанным от модели ZR 1400. Он идеологически близок к нему по конструкции. Большая мощность, очень хорошая управляемость. Идеальный вариант техники для спортсменов,
для трюков, для слалома, для прыжков. Z900 RS и Z900 RS Cafe. Они будут отличаться достаточно сильно по посадке, обтекателям, цветам. Отличий будет много. К началу сезона мы привезем, уже принимаем на них предзаказы. Мотоциклы будут, будем давать их на тесты и так далее. И последний вопрос. Вы специально поставили маленький Версис на фоне маленького гуся. Будем считать, что это получилось случайно. Никакого плана расстановки техники у нас не было. Надеемся, что эта модель тоже взлетит. Понял, спасибо огромное. На стенде компании Indian, и эта компания в нынешнем году нас тоже порадовала сразу несколькими российскими премьерами, которые впервые показаны именно на выставке «Мотовесна 2018». И с нами генеральный директор дилера компании Indian Motorcycles в России. И, собственно, вопрос, что мы на вашем стенде на этой выставке можем увидеть действительно нового? Я вижу бобры. Я так понимаю, что это история именно нынешнего года. Конечно, это как раз новинка. Они вот только пришли, только с таможни, прям сразу на выставку. Это еще не были представлены, они еще... Не сидели до выставки ни один русский человек. Соответственно, прекрасный рестайлинг скаута. Сделано все для того, чтобы этот мотоцикл стал еще лучше. А сколько он будет стоить в России вот в этом исполнении? 1 050 000. 1 050 000, вполне себе конкурентно. Стоит Roadmaster какой-то очень-очень эксклюзивный. Не Roadmaster, это Chieftain. Он в эксклюзивной комплектации Jack Daniels. Это коллаборация американская. Они выпущены ограниченным тиражом, 100 штук. Это конкретно 39-й. Их больше нигде нет. Они выпустили в 16 году, но это вот уникальнейший мотоцикл, единственный новый, который остался в продаже. Я так понимаю, что если этот мотоцикл в России не найдется у хозяина, вполне возможно, что кто-то приедет и купит его у нас. Фанаты. Все возможно, потому что это уникальнейшая модель. А что он стоит? 3 100 000 конкретно этот мотоцикл. Я так понимаю, вот отделку я вижу, что кроме отделки? Ничего. Ничего, только но вот это эксклюзивная отделка. Это фишка всего там. Все дело в мелочах. Как раз мы и представляем 2018 года Chieftain Elite. Это вот как CVO, у него покраска особая, ручная, все. Вся граффити сделана ручным способом, вся покраска ручным способом. То есть это вот как раз абсолютно ручной подход к серийной модели. И она будет стоить? Пока не понятно. Пока 18-й год, на данный момент пока еще не будет объявлено. Ближе, после выставки цена. Я понял. Ну, будем ждать. Я надеюсь, что что-то из этих аппаратов будет в тесте и можно будет что-то покатать и порадовать наших подписчиков новыми видео. Большое спасибо. Надеюсь, еще увидимся этим летом. Спасибо. Счастливо. Компании «Урал», которая уже вторую выставку подряд присутствует и обозначает свои серьезные планы на российский, наконец-таки, рынок. С нами директор по продажам Кирилл. Добрый день. Здесь представлены две модели М70. Вот, классический. Да, в черном варианте и в белом варианте. Рекомендовал себя вот со всех положительных сторон и является, наверное, одной из самых популярных на нашем рынке. Герап. Он год от года становится краше, лучше, надежнее и завоевывает все больше и больше сердец. Его собрали вот только-только. 2 недели назад. На 17-м модельном годе у нас был фароискатель. Фароискателя больше нет. Появились симпатичные очень противотуманочки туда. Вот. Ага. Да. Спасибо. Пожалуйста. Удачи. Удачи вам. Всего хорошего. Мы на стенде компании Harley Davidson. С нами Елена, руководитель по маркетингу этой компании. У нас была новость на портале буквально осенью про то, как Harley Davidson обновил свой модельный ряд. И сегодня Harley привез свои главные новинки, самые яркие, самые знаковые, в Москву. Елена, расскажи, пожалуйста, что это за мотоциклы?
Да, новинкой самой последней является обновленная линейка Softail. И сегодня на нашем стенде представлено три модели из этого семейства. Это Breakout в юбилейной расцветке, потому что этот год для Harley Davidson он юбилейный, исполняется нам 115 лет уже. Fatboy и Fatbob. А вот это такое радикальное обновление дизайна и радикальные местами смены ДНК-кода. Это прицел на более молодую аудиторию или просто желание потроллить пенсионеров, которые традиционно ездят, и постараться переучить их на то, что, ребята, вы приедете в будущее? Нет, ну переучивать мы совершенно точно никого не собирались. Конечно, мы хотели бы привлечь новую молодую аудиторию и, ну, сделать нашу модельную линейку более разнообразной, чтобы каждый мог найти себе мотоцикл на свой вкус. Марка традиционно изучает пожелания клиентов, их потребности, проводятся различные исследования. Представители Harley Davidson приезжают на мероприятия, фестивали, ралли различные, общаются там с клиентами. И после этого проводится большая работа, делаются выводы, и все это вот в результате мы видим в салонах наших, вот сегодня на нашем стенде. Скажи мне, а какая вероятность того, что может появиться электричка вот, ну, в таком же неоклассическом дизайне? Она вообще есть или электричка всегда Harley останется Дэвидсон электричкой? Никогда не раскрывает своих планов об обновлении модельного ряда. Хорошо, тогда вопрос про модели, которые уже представлены. Когда у нас в России появится и появится ли вообще электрический Harley Davidson? В ближайшие несколько лет компания представит этот мотоцикл уже в серийном варианте. То есть вот те тесты, которые сейчас проходили, уже люди на них ездили, это все равно предсерийный аппарат? Да, конечно. Это определенное количество мотоциклов, по-моему, их было 30, которые были выпущены исключительно для того, чтобы изучить потребительский спрос, то, как люди отреагируют на эти мотоциклы, доработать их и уже выпустить в серийное производство. У вас замечательно вышел 750-й стрит. На нашем канале вы можете найти обзор этого мотоцикла. А у меня вопрос, какие планы насчет него, то есть он будет дальше. Дополнится ли он 500-кубовым мотоциклом? Потому что он в мире-то есть, его в России нет. 500-кубовый мотоцикл продается в ряде стран, но пока Harley Davidson считает, что он не будет настолько востребованным на российском рынке, да, и на рынке Европы. Семейство Street представлено двумя моделями, Street 750 и Street Road, которые вот можно видеть в этой части. Да, вот две модели в семействе Street, которые как раз нацелены на там, начинающих райдеров, Street, на молодежь, на... Пока не ждем. Понял. Спасибо огромное, удачи вам. Спасибо. Дохан, или как? Дохан. Дохан. То из того, что необычно, во-первых, это, конечно, передняя подвеска в стиле Piaggio MP3, но я вижу, конструктив немножко другой, тем не менее. Похоже. И самое главное, вот эти аккумуляторы, почему их два здесь, Леонид, расскажите нам. Ну, два я поставил, на самом деле, просто показать, как они выглядят. Угу. Они легкие, весят 9 килограмм, банки там те же самые, что у Tesla, 18-650. По умолчанию идет один аккумулятор, угу. Но запихнуть можно и второй, как дополнительный. Если едешь на один сел, поставил второй и поехал. Сколько дальше он будет у нас стоить? В России будет стоить минимальная версия 1500 ватт. Скорость 45 км/ч максимальная. Mm-hmm. 179 000 рублей. Mm-hmm. И есть версии 4000 ватт, там уже скорость будет 70 км/ч. Соответственно, 268 000 рублей. Я понял. А будет ли какая-то версия для людей с ограниченными какими-то возможностями? Возможно, ну, чтобы управлять можно было трубочкой. Что-то такое. Может, как-то появится, пока то есть, не слышно. Вот... Да, это все-таки... То, что это такой совсем... транспорт, чистый транспорт. Я так понимаю, все равно он, ну, экономичный, экологичный. Это вот для людей каких-то, может быть, с ограниченными возможностями было бы... Как вариант. Было бы здорово, но много очень делают для людей с ограниченными mm-hmm. возможностями. Очень то много есть... компаний делают. В любом практически магазине можно найти какую-то именно специально там, кто не ходит, к примеру, mm-hmm. да, или у кого одна рука работает, ну, там да. оборудовано. То есть это все-таки рассчитано... Нет, это на... молодежный, условно, mm-hmm. такой, ну, какой-то такой лайфстайл, да. Тут странно видеть на трехколесной вообще технике боковую подставку. Я понимаю, что он заваливается, но он заваливается, какого-то да. механизма, который бы, как, например, на 5G MP3... Нет, тут нету механизма, но на дамских версиях мы привезем еще айтанга будет, mm-hmm. если это айтанг, ну, такой мужской, да, назовем его. Айтанг то... это для мальчиков, айтанга для... Айтанга будет для девочек. Там будет кнопочка, нажимаешь, он стоит, не падает. Ага, круто.
заводами Дегтярева. Это, если кто не знал, ЗИД, тот самый легендарный, настоящий, отечественный. И сейчас мы спросим начальника бюро продаж Антона. Вас очень давно не было в эфире. Я так понимаю, какие-то тяжелые времена остались позади. Вы снова с нами, снова на выставке, и снова мы увидим вашу технику в салонах продаж. Расскажите, что появилось нового и какие у вас планы на этот год по продажам и по моделям в России? На сегодняшний день у нас три модели новые. То есть это вот 50-кубовые, они здесь представлены в черном и сером цвете. Это 150-кубовые и 250-кубовые. А по деньгам сколько будет стоить вот этот аппарат? Этот мопед у нас стоит 37 тысяч в розницу. Супер. То есть как он и был одним из самых дешевых аппаратов на нашем рынке под названием Лифан, так вы и планируете вернуться в эту нишу, да, очень популярную. Совершенно верно. Угу. Но это не Лифан уже. Я понял. Мы его позиционируем как ЗИД. Как бы понятно, что это из Китая, но... Это сборка машинокомплекта. Да. Кто-то из этого будет по производству локализован на заводе или пока только комплект? Будет новая модель, которая стоит несколько с той стороны. Пойдем покажем. Вот. Там будет рама. На сегодняшний день это уже рама, маятник. А дальше уже будет... То есть на новостях до введения утильсбора на мотоциклы со следующего года вы решили, собственно, оседлать эту волну. Да. И совершенно правильно. Вернуться к тому времени, когда мотопроизводство было в заводе Дегтярева главной темой. Угу. И сейчас, к счастью, все это будет, наверное, возвращаться. По работе с журналистами. Будет ли какой-то пресс-парк доступен? И будет ли возможность для наших подписчиков, для зрителей нашего канала, для тех, кто читает наш сайт, сделать какие-то тесты вот новой техники? Думаю, что да. Работа в этом направлении, к счастью, начались уже у нас. Угу. Во-первых, появились такие вещи, как группы в соцсетях. Без этого сейчас нельзя. Но поскольку зовут оборонный, вот все это долго согласовывалось. ВК, Инстаграм, можете все это найти. Фейсбук, то есть везде все это есть. Можете подписаться, можете самые актуальные новости смотреть, самые свежие новости, видео, которые о нашей технике там сейчас тоже в хорошем качестве, в хорошем формате появились. Я думаю, что мы проведем уже в этом году конференцию именно для прессы, то есть чтобы люди могли приехать, могли потрогать, там прокатиться. Прокатиться, да. Плюс у нас же... В Коврове прям непосредственно. Да, в Коврове. Кроме мотоциклов мы же делаем почвообразующую технику. Это мотоблоки, культиваторы, навесное оборудование. То, чтобы каждый желающий мог подойти, там кто-то на мотоцикле, кто-то там на мотоблоке там покультивировать, что-то там сделать. Там. То есть кто что хотел, тот увидел. Чтобы все это было открыто, чтобы каждый мог сказать, там, ребята, вот это плохо, это хорошо. Непременно к вам летом приедем с камерой, если там что-то можно снимать. Это безумно интересно и мне, и нашим подписчикам, потому что не так часто в России действительно что-то хорошее происходит с мотоциклами. Пойдемте посмотрим вот эту новую модель, которую собираетесь локализовать. Это такой прототип предсерийный. Да, настраивается конвейер, чтобы можно было собирать. Розничная цена его будет этого конкретно 35 тысяч рублей. Звание самого доступного мотоцикла на российском рынке будет у отечественного завода. Это очень-очень круто. Его уже сертифицировали, уже какие-то документы. Все в процессе. Я понял. В общем, это очень интересный аппарат. Я надеюсь, что мы его тоже катнем. Я желаю вам с ним удачи. Спасибо. Всего доброго. Успели увидеть на нашем канале, уже есть обзор гарнитуры Мидланда. Мы проездили в ней все лето, она нам помогала снимать наши тесты. Наши продюсеры, режиссеры мне командовали, звонили на эту гарнитуру. И сегодня на мотовесне мы пришли на стенд компании Мидланд задать несколько вопросов. Наталья, во-первых, расскажите, как у вас успехи в прошлом году, что вы планируете в этом году по продажам? В прошлом году мы ввели в ассортимент новую линейку Pro, как раз которую вы тестировали. В этом году производитель поработал зимой над звуком, и новые комплекты этого года укомплектованы наушниками Hi-Fi для того, чтобы любители музыки могли наслаждаться всем, чем они только могут насладиться, прослушивая музыку через гарнитуру. Кстати, и звук в режиме интерком тоже заметно улучшился в связи с этими изменениями. Поэтому в этом году мы привозим комплекты уже с новыми наушниками, презентуем новый звук нашим пользователям. Называться будет так же или какое-то новое название?
называться будет так же, но комплекты будут формироваться иначе. Плюс покупателям комплектов Next будет приятный подарок-бонус. Это кнопка BTT, с помощью которой люди могут, установив к себе приложение на смартфон, пользуясь кнопкой, собирать группы и уже через интернет, не ограничиваясь зоной покрытия интеркомсвязи, общаться группами для того, чтобы выезжать на природу, на отдых. То есть всех приглашаем протестировать, установить это приложение. Спасибо. Хорошо, огромное, вам удачи, спасибо. Вам, обязательно еще увидимся. Да. Так, мы на стенде компании VeloCitic. Это такая старая контора олдовая, которая всегда нас радовала техникой SIM, офигительными скутерами, с которых вообще больше 10 лет назад люди начали покупать новую азиатскую технику вместо старой японской. И когда вместо какой-нибудь Honda Forsight человек шел и там за те же деньги покупал офигительный новый тайваньский скутер. На форуме московского скутер-клуба я участвовал в срачах, там на 500 страниц новый Тайвань или бэушный японец, люди реально били друг друга морды, там реально доходило чуть ли не до смертоубийств, до каких-то стрелок, и люди в кровавых бойнях выясняли, какая техника лучше. И вот сейчас вы можете увидеть, новые симы стоят. А где ваши японские мотоциклы 20-летние? Где их мощи? Где к ним можно приложиться? Не суть. Мы вам сейчас покажем, что VeloCitic привез к нам действительно нового. Это электрический скутер. Как он называется? Электрический скутер компания Lima. Значит, скутер называется Молния. Флагман модели. Флагман модели почему? Потому что у него, во-первых, очень хороший. Ну, права не нужны. Сразу скажу. Начнем с этого, что на него не нужны права. Это электрический скутер. Он как велосипед. Электровелосипед. Соответственно, ездить можно везде, но сами понимаете, с нашими российскими ГИБДД и всем остальным могут быть проблемы. А какова мощность мотора и каков запас хода, какова емкость аккумулятора? Значит, мощность мотора 1200 ватт. Угу. Аккумулятора, значит, здесь 6 штук. Соответственно, хватает мощности на до 70 километров пробега, на где-то на 8 часов езды. И на малой мощности. На малой мощности, на самом малой мощности. А вот на открученной ручке километров 40-50. Да. Да, согласен с вами, совершенно согласен. Ну, в общем, характеристики, как видите, нормальные, ни больше, ни меньше. А вот дизайн – это космос. Во-первых, он просто сам по себе красивый. Тут какие-то есть нотки современных ямаховских скутеров, но все-таки он выглядит самобытно, интересно. Потрясающий цвет, вообще нечасто на серийной тачке давайте, увидишь. Давайте посмотрим вот сзади. Сейчас нам покажут. Просто елка новогодняя. Здесь вот и так, и сяк. А хотите вот так. Это еще и поворотники, наверное. В общем, он весь такой нарядный. Посмотрите, какая приборочка. То есть это один из немногих реально электрических скутеров, который не похож на инвалидную коляску, а похож на реально какую-то, ну, историю современную, яркую и красивую. Вам кажется, что я говорю в микрофон, но на самом деле это меточка бесключевого доступа этого скутера. И функции микрофона в ней нет, зато есть все остальное. Есть открыть-закрыть, сигналка и открывание багажника. Ну, что-то оно... Ну-ка. Багажник, смотрите, открывается с кнопки. А замка зажигания как такового нет. Вы просто подходите, нажимаете с меточкой в руке кнопку старт-стоп, у вас все оживает и, собственно, поехали. Я, честно говоря, на китайской технике впервые раз в жизни вижу такую систему, и это круто, китайцы учатся. Берегитесь, немцы. А это для нее какой-то ключик? Это USB для телефона. То есть подзарядив скутер, вы можете еще свою мобилу подзаряжать. А насколько при этом сокращается запас хода? Ну, например, если заряжать какой-нибудь 6-й iPhone. Так раз, типа это, слышь, а есть зарядка для телефона? Там, ну, какой-нибудь владелец Android придет, они же постоянно клянчат зарядки. А ты такой раз, а можно подзарядить? Один, второй, третий, и вот ты уже стоишь и ждешь троллейбус ночью. Так что аккуратней с розеткой USB. Такая шел сюда и в розетку. У меня на самом деле был опыт общения с электрической техникой, когда она только появилась. И я никогда в жизни не забуду, как у меня от обещанного запаса хода через полчаса закончилось все. И на заправке, пока мой приятель отвлекал кассира,
Я вот так ползком выключал у них холодильник, который стоял на улице, включал зарядку мотоцикла. Потом этого все равно не хватило, и мы затаскивали в трамвай этот электрический мотоцикл, поэтому я с электрической техникой с недавних пор вообще очень осторожен. Я ее боюсь. Ну вот я сейчас вам уже вижу, у него мотор, колесо, большие неподрессоренные массы, он по плохим дорогам будет трястись, но мы все-таки понимаем, что это такая история чистая, экологичная для парков, для каких-то закрытых помещений, и сейчас я вам это докажу и поеду просто по Олимпийскому на этой штуковине, и мне никто не скажет слова, потому что я не буду грохотать, вонять и буду как настоящий хипстер. Мы на стенде компании Yamaha. Тут все очень заняты и не очень общительные, поэтому я вам сам расскажу, что же у нас нового у Yamaha. Во-первых, это обновленная внедорожная линейка. Теперь в нее можно заливать и менять топливные карты через смартфон по Bluetooth. Это обновленная расцветка MT-03, обновленная MT-09, которого сегодня нету. Ну и, собственно, снегоход. На этом все изыски компании Yamaha заканчиваются. И вот если вы обратите внимание туда, там намного более интересная штуковина есть. Там стоит мотоцикл Dux. Мотоцикл дореволюционный, мотоцикл, выпускавшийся в России. И главная фишка этого мотика, что, ну, помимо того, что ему больше 100 лет, интересно то, что мы сейчас находимся в Олимпийском, а дилер этого мотоцикла дореволюционный находился буквально на соседней, на Неглинной улице. Это здесь совсем рядом. И вот такая ирония судьбы, что спустя 100 лет мотоцикл оказался в том же самом районе Москвы, где его и продавали, но сейчас он, к великому сожалению, не продается. Такой родитель всяких стелсов, болтмоторсов и иномарка, которая собиралась и выпускалась в России и продавалась под таким обрусевшим брендом. Очень круто, обратите внимание там на ручечки, на пробковые, на кожаное седло, на вот этот потрясающий бак. Я напомню, в то время никаких бензоколонок не было, бензин продавался в аптеках, в небольших пузырьках. Ну и вообще с этими аппаратами было очень сложно жить. Посмотрите, тормоз только сзади, тормоз прям совсем маленький. Передней подвески, как я вижу, нет. Я не знаю, зачем эти пружины, но... А нет. Это похоже на переднюю подвеску, это правда, да. Похоже на то. Круто. Но задней подвески все равно нет. И ремешок, который приводил, собственно, в движение заднее колесо от мотора. Основная тяга все равно оставалась велосипедной. И маленький фонарик, но... В те времена фонарик считался тюнингом. Я думаю, что в заводской комплектации его не было, хотя могу ошибаться. В общем, по мне, это один из самых интересных экспонатов этой выставки. Мы добрались до стенда компании Rolling Moto. Я вам хочу сказать, я внезапно узнал, что это сеть из 8 салонов по всей России, включая Москву, Питер, Екатеринбург, Воронеж, много-много других городов. Сейчас нам Александр, директор, собственно, сети этих салонов, расскажет нам про главные новинки нынешнего года, появившиеся в продаже. Итак, Александр. Ну что, ребят, я думаю, что наконец-то мы довезли самые, наверное, качественные мотоциклы в Китае. Это под брендом GR7. Это абсолютно новый двигатель, двухтактный. Это полная копия от мотора Yamaha Lanza. Китайские производители просто купили линию по производству этого мотора с металлообработкой и делают все прям болтик в болтик.
То есть любая запчасть будет подходить на Ямаху. Рама. Рама – это полная копия от мотоциклов. КТМ и Хускварна, мы все знаем, что сделаны на одной базе. Это все полностью скопировано с теми же самыми материалами, что и австрийская компания. В этой линейке представляем три мотоцикла. Это двухтактный мотор на подвеске тайваньской Fastace. Это абсолютно новый мотор, воздушный, двухклапанный Zongshin, который вышел только в том году. Это, наконец-то, полноценный 250 кубиков. Я на нем лично катался, едет, ну, прям в разы. И всеми проверенный двигатель. Это 177-й четырехклапанный мотор с водяным охлаждением. Эти все мотоциклы прошли у нас уже тест-драйвы, жесткую эксплуатацию, поучаствовали в трех гонках. На удивление, даже ни один винтик не накрутился. А нам можно будет попробовать покататься, ну, видимо, уже ближе к лету? Конечно, у нас есть парк тестовых мотоциклов. Они будут в тесте все? Да, они уже сейчас есть в тесте. Уже прям можно прям завтра их взять и прокатиться. Супер. Спасибо огромное. Обязательно приедем. Отлично. Так, все, пойдем на тест сезона. Итак, один из главных организаторов Мото Весны 2018 Дмитрий Хитров. Дим, во-первых, я тебя поздравляю, это самая крутая выставка, которую я видел в последние, ну, лет много, наверное, уже. Вопрос такой, мотоциклетный рынок у нас, судя по автостату и вообще по тому, что происходит вокруг, падает в ад. И как удалось на этом падении сыграть на повышение, собрать олимпийские, собрать такое Ты количество людей? Понимаешь. Я понимаю, поэтому у меня вопрос, как вообще родилась вот эта идея пойти ва-банк? И как это вообще возможно в том, что происходит у нас, сделать это? Слушай, ну а смотри, какая история. Это же мы рассматриваем не рынок моющих средств, мы рассматриваем эмоции. Они абсолютно не зависят от рынка. И какими-то дипломатическими путями удается людей убедить, что выставка нужна, популяризация всей этой истории нужна. Всем миром по нитке из такой серии. То есть... Только личные отношения с людьми, только их вера в общее дело делают подобное возможным. Только, не знаю, там, кастомайзеры, которые в гаражах пилят просто без последних сил, могут сделать этот праздник. Только бренды, которых продажи, как ты говорил, по статистике не фонтан, тоже верит в эту историю. Ну круто, что? И второй вопрос. Март месяц. Почему так рано опять? То есть весной все уезжают, им не до выставок? Или просто вот так получилось? Слушай, ну, во-первых, логически для компании должно быть чем раньше, тем лучше, потому что люди еще не совсем определились с тем, что приобрести какой-то там чехол для телефона или мотоцикл. А с другой стороны, я забыл, что с первой уже, я немножко устал. А, вспомнил. Мы же хотели проводить в первую субботу апреля, как традиционно в Москве случается открытие сезона. Но у нас угнал даты, как его звать? Ричи Блэкмор. А? Какой хирург? Ричи Блэкмор. Спер детей в радугу, как говорится. Украл у нас даты, и будет его концерт замечательного Ричи Блэкмора, а нас перекинули на 3 недели раньше. Ну, я собственно... понял. Что имеем? Ладно, на самом деле, спасибо нормально. Огромное за эту выставку. Безумно Тебе круто. Спасибо. Я желаю удачи. Спасибо за добрые слова. Дошли практически до конца выставки. Это кастом-зона. Сегодня здесь очень много действительно интересных аппаратов. Много, конечно, откровенного трэша и, ну, абсолютного мусора. Но все-таки это работа людей, с ней нельзя не считаться. Но все-таки кастомайзинг – это искусство. И для меня интересно всегда на этих кастом-шоу, кастом-зонах находить новые идеи, находить что-то действительно крутое. И в этот раз нас этим крутым порадовали. Потрясающие ремейки каких-то ретро-велосипедов. Где-то здесь стоит совершенно сумасшедший мотик, вон он, на торсионах. Это космос, друзья мои. Но самый главный аппарат для меня, это, конечно, вот эта вот вишневая хреновина. Это абсолютный панк, это космос. И, друзья мои, я горжусь, что эта тачка сделана в России. Она сейчас стоит полуживая, но если включить электрику, она поднимется, она на пневме, у нее поднимается руль. У нее поворачивается руль с этим крылом, а крутится это совершенно космическое колесо. И, на мой взгляд, это
не только главный кастом этой выставки, но еще и хорошая заявка на то, что в России могут строить по-настоящему крутые кастомы по мировым меркам и на мировом уровне. Друзья мои, я горжусь этим. На этом, собственно, все. Выставку мы прошли практически целиком. Подписывайтесь на наш канал. В описании к видео находите ссылку на статью с кучей больших и красивых фотографий. Подписывайтесь на нас в соцсетях. И самое главное, не забывайте оставлять комментарии в журнале. На подходе видеообзоры наш фильм про Байкал. Вот-вот запустятся гаражи и возможность вести бортовые журналы. Обновляйте сайт и следите за новостями. Увидимся! Хлестать, Филипп, хлестать! Мы сейчас на стенде компании InMoto. Удивительно, но они вообще на отшибе. Но здесь одна из самых главных и ожидаемых новинок нынешнего сезона – Husqvarna V-Pillion. Вы знаете, вот залезая в седло этого мотика, ты понимаешь, что у него очень мало общего с КТМом в плане вот этого визуального ощущения. Абсолютно свое дизайн ДНК, он очень хипстерский, он очень такой вот блогерский. Вы видите, я даже подвернул специально брюки, чтобы на этом мотоцикле не смотреться белой вороной. Он потрясающий, я уверен, мы его летом откатаем, снимем какой-то видос. В общем, он потрясающе крутой, хотя, ну вот, если вы посмотрите на пульты, они такие же, как на Доминаре, как и очень многое в этом мотоцикле. Там тот же низ мотора, здесь КТМ, дробь Баджадж. То есть вот по железу он похож по своей сути, абсолютно другой мотик. Я не знаю, сколько он будет стоить, но я думаю, что в России найдутся люди, готовые будут выложить за него совершенно любые деньги. Крутейшая вещь.